Всем привет! Зовут меня Алексей, Литвинцев моя фамилия, позывной «Маэстро». Спарту я проходил в прошлом году в апреле месяце. Очень продуктивные 3 дня, но сейчас не об этом. Расскажу о нашем детском доме. После 3-го дня мы поняли, что нам нужно куда-то девать свою энергию. Скооперировались и решили оказать такую помощь какому-либо из детских учреждений, в частности детских домов. Искали какой-то детский дом во Владивостоке, их оказалось всего 2. И эти 2 детских дома были уже оборудованы, поэтому мы начали искать по краю и нашли вот этот детский дом, он же интернат. Этот детский дом оказался невзрачным совсем и на внешний вид не очень похож на детский дом, больше похож он был на какое-то заброшенное после военное здание, сооружение. Встретились с руководством, поговорили с директором, объяснили ему нашу концепцию, которую мы предлагаем реализовать. Она заключалась в том, чтобы открыть зал самбо здесь и все это имущество передать на управление детского дома. Плюс ко всему к этому делать ремонт и подготовить спортивный зал под занятия данным видом спорта. Посмотрели, осмотрели полностью спортивный зал. Спортивный зал был действительно в упадническом состоянии совсем. Нашей командой спартанцев мы решили, что мы возьмемся в этот детский дом. Но также мы обязались привлечь тренера и оплачивать ему работу. То есть следить за тем, чтобы здесь всегда был тренер и велись тренировки. В течение лета, с апреля месяца, мы делали там капитальный ремонт. Полностью сделали потолок, отремонтировали стены, отштукатурили. Сделали новые окна, новые покрытия, заказали всю амуницию для ребят, полностью было уложено покрытие на пол, на стены. Было очень много проведено работы, был сделан свет. Было очень много гостей, радостное, торжественное мероприятие. Для чего все это делалось? Для того, чтобы дети занимались спортом. Занимались спортом, развивали себя как физически, так и духовно. Мы нашли хорошего тренера, мастера спорта по самбо. Теперь 3 раза в неделю тренер проводит тренировки по самбо. Ребята молодцы, очень хорошо поработали. Хороший ремонт, хороший ковер, все сделали нормально. И с этого времени я начал тренировать детей. Вот за полгода дети многому научились. Вначале они даже не умели нормально кувыркаться. Сейчас они спокойно и прыгают, и некоторые даже сальто делают. Но это уже чисто из акробатики. А в целом научились делать какие-то приемы, научились бороться в партере. То есть уже стали более-менее похожи на мужчин, которые могут за себя постоять. И уже стали намного крепче, сильнее физически. Но в целом взрослеют. И кто старается, у тех получается. Мне очень нравится поддержка спартанцев. То есть очень часто приезжают то гладиаторы, то еще какие-то, то различные мероприятия устраивают. Это очень здорово. Дети заняты, дети развиваются, дети видят, как происходит жизнь вне стенах этого интерната. Это очень здорово. Помимо того, что у нас ребята у нас занимаются самбо, девчонок совсем мало у нас занимается самбо, мы не могли бросить девчонок. Девчонок у нас тоже много. Из всего количества 18 девчонок, 19 мальчишек. Девчонки тоже занимаются разными делами. У кого-то есть наклонности к шитью, у кого-то к парикмахерскому искусству. Кто-то пишет стихи, кто-то очень красиво рисует. И это еще малая доля всех их способностей. Хотелось, чтобы на нашу школу, на наших детей обратили внимание люди со стороны. Мы просто выходили своим сообществом в центральную часть города, где много людей. И, можно сказать, весь день мы пели там с утра до вечера различные позитивные песни. И тем самым люди ходили, по которым они давали денежку. Этим людям мы объясняли, для чего это все делается. То есть это все идет на благотворительность для организации зала конкретно в этом доме. И также мы привлекали внимание общественности к этой проблеме, потому что проблема на самом деле очень серьезная, так как дети, которые находятся в этих учреждениях, они обделены родительским вниманием, заботой и любовью. Помимо того, что здесь организован зал и ведутся тренировки, у нас есть активные люди в нашем сообществе, которые выбрали
продолжать этот путь, благой путь, и проводят здесь различные мероприятия. Эти мероприятия проходят практически ежедневно. Когда-то раз в две недели, когда-то бывает по 3-4 мероприятия на неделю. В целом процесс идет нормально, хорошо, дети взрослеют, мужают. Мы стараемся найти ту искорку, тот огонек в глазах у ребят, к которому они тяготеют, посредством развития этих способностей детей. Конечно же, не все дети будут заниматься любимым делом, но мы стараемся, чтобы дети нашли себя в этой жизни, и прилагаем как можно больше усилий для развития их способностей. Мы проводим теннисные турниры, проводим футбольные мероприятия. Недавно натянули волейбольную сетку, проводим волейбол. На той неделе мы присутствовали на ледовых мероприятиях «Остров Зепапенберг» во Владивостоке, где тоже заняли призовые места. Не оставляем без внимания наших именинников. Раз в месяц, в конце месяца мы поздравляем наших именинников. Дарим подарки, а также в качестве поощрения вывозим их в кино, в театр. Вывозим на совместные тренировки со спартанцами в спортивный зал. Также вывозим на бассейн под открытым небом. Реализуем этот проект. Мы стараемся увеличить эту конверсию до больших процентов, чтобы большее количество ребят, вышедших отсюда, добились успеха. Потому что эти же дети, это наши дети, они живут в нашем обществе. В дальнейшем они вырастут и будут ходить по улицам, где ходят также и наши дети, и ходим и мы. И все мы живем в одном мире, который мы и формируем. Ну, скажем так, если бы не наши спартанцы, то не было всего того, что у нас вот есть сегодня в школе. В общем, наша задача, чтобы дети нашли себя в жизни и чтобы не были дикарями, как всегда это происходит в детских домах. И напомню, что статистика неутешительна. 40% детей спивается, 40% занимается проституцией, кто-то садится в тюрьму, и только маленькая десятая часть детей находит себя. Наша задача эту часть во много раз увеличить, и чтобы хотя бы 99% детей себя нашли в этой жизни. Поэтому мы прикладываем все усилия для того, чтобы дети наши были разносторонне развиты. Большое спасибо Алексею Маэстро, что он взял шефство над этим детским домом и интернатом. Также большое спасибо организаторам сообщества «Спарта», большое спасибо Мирославу Смирнову, который зародил это движение. Это движение по всей стране реализуется тем, что залы самбо организуются, и какое-то время они функционируют. Но далеко не все залы функционируют, потому что ребята, которые создают это все, когда сделали зал, так скажем, они отстраняются, и все это пускается, так скажем, на самотек. У нас же в Владивостоке, вот благодаря как раз таки Алексею, это все на постоянной основе реализуется. И мы также призываем всех ребят поддерживать это благое дело. Благодарю всех, кто создал бизнес-молодость, благодарю всех, кто принимал участие, проходил цех и кто выделил какие-то свои средства. И также призываю сделать это вновь и вновь, потому что это благое дело. Всем спасибо. Конечно, большие слова благодарности у меня к спартанцам. Особенно хотелось бы отметить это Алексея, потому что это человек, который болеет тут душой, которому не безразлична судьба наших детей. Все. Это вот началось.